Две трети работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» выполнены в Нижнем Новгороде. Одна из доремонтированных дорог – это улица Федосеенко. На время строительства развязки на Циолковского именно она станет одной из объездных дорог. Ремонт дороги это был необходим. Было много обращений администрации района по поводу нормативного содержания данного участка дороги. Улица Федосеенко используется большим спросом у жителей Сормовского района. На этой улице производили фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, ЧМА 15 на ПБВ, на полимерно битном вяжущем, средней толщиной 5 см. Также производили работы по благоустройству, устройство тротуаров из Д3, брусчатку восстанавливали, устанавливали тактильную плитку, пандусы обустраивали для маломобильных групп населения. Засыпали растительным грунтом, облагораживали, сели траву. До ремонта, ямы, трещины были, дорога была не очень хорошая, сейчас прям чудесно ездить просто. У нас заключены контракты на выполнение работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен еще в 2019 году, чтобы подрядчик мог спокойно подготовиться, приступить к работам, возможно, максимально ранние сроки. Соответственно, подрядчики приступили уже с апреля, с мая к выполнению работ. Физических объемов выполнен уже более 65%.